Ребят, короче, меня задержали. Ну, вы знали по-любому, что меня задержат, потому что знаете, какой я человек. Тут я не один такой, тут много нас. Более 7 часов, да, 7 часов. Да, уже нас держат 7 часов. Ничего нам не говорят, держат, протоколов никаких не предоставляют. Короче, как-то так. Будем бороться дальше. Дальше держу вас в курсе. Вот спустя 8 часов нашего задержания запустили только адвоката. Можете себе представить? А нарушено наше право на защиту, конституционное, закрепленное статьей 48. Все права были нарушены. Покажи, что мы здесь сидим. А все мы сидим. То есть мне до настоящего времени в течение 7 часов не предъявлены обвинения, не вынесено постановление о задержании. На каком основании, по какой причине я задержана. Требовали досмотра. Непонятный сотрудник полиции, который нарушает мои права, то есть до настоящего времени, только сейчас адвокат смог пройти, да? Угу. Вот то, что творили в отделе полиции железнодорожного района, задержаны были более 30 граждан Российской Федерации. Их просто прессовали на втором этаже, заставляли подписать протокол. Короче, ребят, меня задерживают. До утра, до суда. Не переживайте, все хорошо будет. Телефоны, пока мы не знаем, как будет все хорошо до утра, телефоны забирают сейчас. С утра выйдем на связь. Сейчас будет доктор, значит, телефоны мы отдаем. Ну, кто кому, у меня сейчас сын приедет, я отдам свои личные вещи и телефон. Я опасаюсь за свою жизнь и за жизнь тех людей, которые сейчас до суда ночью в камерах отдела полиции железнодорожного района города Барнаула. Я боюсь за свою жизнь.